11 ноября состоялось торжественное открытие районной спартакиады среди школьников и студентов. В нем приняли участие заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов, директор культурно-массового национального конно-спортивного комплекса «Аксай» Бауржан Мухтубаев, директор детско-юношеской спортивной школы Бурлинского района и главный судья соревнований Есиноман Стамгазиев, методист районного отдела образования Рима Бихмухамбетова, директор общеобразовательной школы номер 3 Гумар Ашгалиев, а также ветераны спорта Гульнара Бураншеева, Талгат Букушев и Ержан Масалимов. Спартакиада состояла из 10 спортивных программ. В ней приняло участие более 200 спортсменов. Спартакиаде принимает участие 14 команд, в том числе команды из сельских округов района, колледжей и школ города Аксай. Цель – распознать уровень и потенциал школьников и студентов. Программа спартакиады рассчитывалась по видам спорта по школьной программе. Каждую неделю будут проводиться соревнования по разным видам спорта. Учитель физической культуры общеобразовательной школы номер 1 Асхат Шабаров привез на соревнования команду девушек с подготовкой по мини-футболу. Школьницы этим видом спорта занимаются с 2011 года. Эта спартакиада традиционная. Она проводится ежегодно в Бурлинском районе. Ее цель – пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня мастерства в разных видах спорта, а также отбор ребят в команды для участия в областных соревнованиях. Ежегодно проводятся школьные лиги. И в областной лиге по мини-футболу честь района уже 5-й год защищает команда девушек из общеобразовательной школы номер 1. Из них в 4 они стали чемпионами. Первый тур соревнования прошел по легкой атлетике и мини-футболу. Пробежавший 100-метровку, Асаналий Кунусов занял первое место. Сегодня в Фоке проходит соревнование «Спартакиада» среди 10-11 классов по футболу, среди мальчиков и девочек. Я сегодня участвую по бегу в 100 метрах, буду бегать. Все проходит очень отлично, мне все нравится. А вот по итогам соревнований по мини-футболу среди девушек Малика Муканова стала обладательницей звания «Лучший защитник». В нашей команде состоит 9 человек. Мы играем не только в футбол, но и в волейбол, теннис, асах. Мы выходим на районные областные игры. Я желаю всем удачи, а нашей команде победу. Футболом я занимаюсь с 2022 года. На сегодня в нашей копилке только одна серебряная медаль. Мне очень нравится играть. С детства я занимаюсь разными видами спорта. Тоғызқұмалақ, армрестлинг, бесасык. Спартакиада продлится 2 месяца. Всего участвует 14 команд. Майя Амирова, Анаргуль Кушербаева, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачиганак».